ясно? С кем? И это не важно, на свете одно. Прекрасно, одному отдаваясь, мечтать о другом, не испробованном, не вкушенном, не знакомом вчера, то сегодня знаком и прикинется завтра влюбленным. И во что бы ни стало, да так, чтоб почувствовать эту измену. В этом скверного нет, это просто пустяк. Точно новое платье надену. Возлюбленных так обмануть, ревность так усыпить в них умела, чтобы косо они не посмели взглянуть. Я же прямо в глаза бы посмела. Как эпоха.